мимо этой стелы. Решил поближе посмотреть. Больно красивый этот камешки. Подсветочка, солнечная панель. Что-то кварцевая порода какая-то. Кварц галимый. Недалеко от станции Стриганово, возле Режа, есть коллективные сады, которые Урала, Уралочка. У него тут съезд Режеского тракта по высоковольтной. Так вот тут вот была раньше аметистовая копь, недалеко от железной дороги. Мы решили заехать в это место, посмотреть, что там. Оказалось, что там плетняк копают в данный момент. Вот здесь вот ведутся раскопки плетняка в этом месте. Прошли, посмотрели, что там осталось. Тут вот на Google картах я еще какую-то увидел закопушечку. Надо посмотреть, поинтересоваться. Недалеко от Режа есть месторождение. Месторождение. Вон поезд едет, смотри. Маневровый. Я почему-то подумал на него сначала, а тут просто плетняк добываю. Тут два пути, один, видимо, на карьер щебеночный, второй сюда. Ай, железная дорожка. Шпалом опять по шпалам иду домой по привычке. Пойду осмотрю окрестности на предмет закопушек. Ты уехала в знойные степи, я ушел на разведку в тайгу. Надо мною лишь солнце палящее светит, над тобою лишь кедры в снегу. А путь и далек, и долог, и нельзя повернуть назад. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брат. На прощанье небес синевою, чистотою студеной волны, голубою заветной полярной звездою поклялись наши верности мы. А путь и далек, и долог, и нельзя повернуть назад. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брат. Лучше друга нигде не найду я, мы геологи оба с тобой, мы умеем
жизни руду дорогую отличать от породы пустой. А путь и далек, и долог, нельзя повернуть назад. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брат. Будь спокоен, мой друг, и отважен, не ищи покоренных путей. Закаленная ветром и стужей, и зноем, только крепче любовь и сила. В общем, этот карьер находится по Рижевскому тракту. Вон там уже гиплетняк какой. По Рижевскому тракту, не доезжая Рижа, тут сады есть. Такие завалящие. А дорога поворачивает на высоковольтную перед 75-м разъездом. Вот. Тут сады, они вон, собаки бегают в садах. Ну, видимо, что-то еще. Какие-то еще там есть. Посетители, дачники. Вон все бегут. Эй, шаробобики! Шарик, привет! Привет, Шарик! Где там? Эй, Бобик! Даже не тебя какой-то машин целый. Арчибальд такой грозный, когда в машине. Где он там? Собаки аж разбежали со страха. Конечно, скажу, такой грозный Чебальд охраняет. Ну, здесь вот пару домиков еле живых. А может быть даже вот эти вот рабочие, которые копают плетняк, может быть они там проживают, потому что собаки сад-то этот был заброшенный, точно. Чё говоришь? Собаки поздороваться хотели, а этот на них наречал. Да, наречал. Тебе аж хвост отпустили.